конце стрима 5 самых больших топ-донатеров будут участвовать в рулетке. Рулетка сама случайным образом решит, кто пойдет на мой... Кстати, перед тем, как мы потопаем в это, перед тем, как мы потопаем на угадай постройку. У меня недавно открылся вот сервер, он приватный, на него никак нельзя зайти. Вот, только вход по пропускам. Сейчас здесь играет 5 человек на данный момент, потому что, ну, как бы сейчас стрим. Сервер на версии 1.17, давайте мы на него зайдем. Он открылся позавчера. Здесь у нас как бы это лобби сервера. Здесь у нас 3 сервера в одном. Они полностью одинаковые, только для того, чтобы как бы, ну, больше возможностей было играть. Вот первый сервер, сейчас здесь никто не играет. Потом серверс. На втором сервере у нас играет Frozen, Мандаринчик, Снайпер, Малек даже и Стасик. Потом на третьем сервере у нас пока никто не играет. То есть у нас 3 сервера. И именно на этот сервер я буду потом добавлять людей, которые будут выигрывать в рулетке. То есть один стрим, один человек, который выиграет в рулетке. Это чистая случайность, кто выиграет, потому что как бы эта рулетка, она сама решает, кто выигрывает. Я тут ни при чем. Но для этого она как бы существует, поэтому... Если кто-то хочет, хорошо. Никто не хочет, ничего страшного. Я говорю то, что это совершенно не важно и по поводу донатов. Но просто я вот так сделал, это моя благодарность тем, кто донатит. Я потом людей добавляю сюда. Все, я это сказал. Если вы хотите, мы, в принципе, можем там поиграть. Сейчас уже 7 человек играет. Вот как только зашел, плюс 2 человека прибавилось. Но он приватный, вход по пропускам, как говорится. На этот сервер, который для моих подписчиков, которые выигрывают в рулетке. Потом... Сейчас, подожди. Здесь у нас... Ты пхаемся к Ксюшечке. Они видят то, что я зашел как бы на сервер, но они не знают то, что я сейчас, ну, кому-то телепортировался. Они не знают то, что я сейчас за кем-то бегаю. Они не знают то, что я вообще здесь нахожусь. Поэтому я могу просто взять такой. Могу просто... Па! Пихнуть Ксюху, и Ксюха даже не понимает, что происходит. Не, ну она как бы может заподозрить то, что это я. Побежал. Давай, в ту сторону. Да что вы смотрите? Ничего не смотрите, не смотрите вы стримы, не знаете то, что... Ну, как бы, да, он в воде урон не наносит, но просто я могу так летать, я могу вот так вот делать, и никто не поймет. Я больше всего люблю издеваться над Стасиком. Ты где-то нафиг, крот, землеройка, ты заколеп... Стасик, сколько можно? Просто бесконечные тоннели. Ну, кто смотрит серии вот этого хардкора, тот знает то, что эта женщина, она спит, ест, ночует, живет, заводит семью и все, что только можно в шахте. Все, что происходит здесь, только в шахте. Она больше никуда даже не идет. Вся жизнь у нее именно в шахте происходит. Ты вот так вот сможешь подойти? Она что, меня видит, что ли? Нет. А ты вот так вот сможешь подойти и сделать вот... Ты вот так вот сможешь подойти. Она в чате ржет просто. Ты вот так вот сможешь подойти. Ну я люблю стролить Стасика, а потом она бомбит на меня. Уже. Мы как бы можем начать выживать здесь. Выживание, тут куча людей. Мы можем поделиться на кланы, то есть на группировки и сражаться друг с другом. Строить базы, убивать друг друга. И тут 3 сервера, можем просто 100 человек.
завалиться на один сервер и друг друга кокать, учитывая, что это новый как бы Да что я икаю? Новый как бы сервер. Я просто люблю Стасика, вот как друга. Хрейд на сервере? Как сделать так, чтобы Хрейда... Как убить Хрейда, ребята? Пишите в чате. Как убить Хрейда? Ну, то есть, что можно сделать, чтобы убить Хрейда? Скажите, пожалуйста. Что-то прям приколдесненькое. Я могу как бы просто монстра заспавнить, но мы можем что-то... Давай я паутину. Паутина. Динамит. Не, ребят, не надо донатить на проходку на этот сервер, потому что вы потом будете на нем играть, а я буду вот так вот летать, и я буду вас троллить. Не надо, ребят, не надо. Побежал так. Смотрите, побежал такой. Не надо донатить. Вы же видите, что фигня происходит какая-то. Ребята, как убить Хрейда? Скажу, вот самый вот человек, который сейчас самый лучший вариант предложит, который скажет самую лучшую идею, как его затроллить. Я даже не знаю, что я с ним сделаю. Нет, с паутиной и динамитом нет, потому что это взрывается, это не очень. Я могу замедление. Медлительность 4. Медлительность 4. Я могу ему давать медлительность 4. И тогда он, в принципе, не сможет даже бегать нормально. Ну, хотя медлительность 4 это фигня, он нормально бегает. Как бегал, так, в принципе, и продолжает бегать. Как бы ничего особо не изменилось. Надо что-то прям... Надо что-то... Вот это, а ну, отравить его! Ну что, отравлю я его, и что с ним будет? Ничего с ним не будет. Как жил, так и будет жить. Надо что-то поприкольнее. Какие способы троллинга в Майнкрафте? Я уже забыл, на самом деле. Как убить Хрейда, скажите? А если мы пойдем вот так вот? Сейчас все будет. Хрейд не успевает даже отреагировать. Хрейд просто моментально просто отлетает. Хрейд, так неинтересно. Я думал, ты хотя бы блок над собой поставишь. А ты моментально отлетаешь, Хрейд. Блок над собой надо ставить, чтобы не сдыхать. Хрейд, ты что, как будто первый день в Майнкрафте, смотри. И просто бегает. И куда ты побежал? Ну Хрейд, ты что, чуть не сдох? И убегает просто куда-то, посмотрите на него. Он железо, он добывает... Он добывает железо. Ну пускай добывает Хрейдик. Ну что ж, ждем новое выживание на стримах у Эдисона. Ну а пока на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. Ну а с вами был по-прежнему Агрик. Всем пока.